пожалуйста. Не надо, нет. Покажи. Вот Рушан. На работу собрался. Костя, серьезно. А что розовый? А я думаю, что он стоит, ну, кряхтит в коридоре, пока я крашусь. А он там себе прическу мутит. Ну ты красавчик, нормально, Рушан. Давай теперь два хвостика сверху, вот здесь по бокам вот так сделаем. Это давай попробуем, Рушан. Пойдем, у нас сейчас каша будет. Да какая каша? Кому нужна твоя каша? Мы приготовили кашу рисовую. Мы приготовили, конечно, мультиварку. Стоп! Ну и что? Кто это приготовил? Оладьи. Ты чего, оладьи наделал? Гренок нажарили. Вот таких. Вот сейчас будем мы завтракать. Угу. Кружки надо помыть. Пока ты соберешься, мы уже обедать будем. Ладно, сейчас я быстренько кружки помою и быстренько и будем кушать. При покупке в каждом магазине выдается вот такой чек. В App Store или в Play Market можно скачать такое приложение, как Едадил. Оно вот так выглядит. Вот, его открываешь. Здесь есть такая функция, кэшбэки. Мы после каждой покупки сканируем чек. И Едадил частично возвращает от покупки на счет. Ну. А потом его можно переводить. Ну, пока у нас... Ну, можно даже на телефон оплачивать. На телефон оплачивать, либо Яндекс деньги переводить. Угу. Вот. Ну, пока у нас ноль. Но мы не сдаемся. Правильно. Все. Смотрим Ford Transit. Что, мало что ли места? Конечно. Здесь мало места, Рушан? Ну, да. А мне кажется, здесь совершенно нормально место. Сделано хорошо, но места мало. Здесь зато, блин, такая классная тема. Здесь... Еще 4 места, посмотри. Здесь 4. Здесь 3 места, ну, считая с водителем. И такие места хорошие, такие сиденья классные. Только кондиционера нету, обидно. Лучше вместо своего утилизера кондиционер, блин, поставили. А что, мы сами не можем кондиционер сделать? Здорово. А сколько такая машина стоит, Рушан? 750. 750 тысяч? Блин. Это да. Рушан, он тебе сигналит. Ой-ой-ой-ой-ой. Бедняжка. А как он так? Да вот не знаю, видимо, поворот не вписался. Ну а как так перевернуться надо? Это подлететь как-то надо или что? Я не пойму. Да может быть просто испугался, что-нибудь руль резко дернул влево и все. И это... Либо он... Езжал на большой скорости, его подрезали. Он... Скорее всего, он съезжал сверху, и его подрезали, и он резко руль вправо повернул, и его потурнуло вот так. Всем привет! О, господи, кто-то орёт-то. У нас уже вечер, 10 часов вечера. Вот наша машинка, с которой мы будем скоро прощаться. Эй, машинка, не видно тебя? Вот наш Рушан, который ее будет продавать. И не жалко тебе ее, а? Вот мне, честно, жалко. Я 2 года на ней проездила. Конечно, сидела рядышком с Рушаном, с водителем. Но мне ее очень жалко. Очень-очень-очень. И сейчас мы едем... Куда мы сейчас едем? Едем собирать новую машину. Сейчас мы едем забирать новую машину, грузовую машину. Вот так вот, малышка, мы тебя променяли на более большую, крупную. Не говори так, когда она сейчас обидится. Сейчас не станет ехать. Мы просто ее передали в другие руки. Да, мы ее продали. Мы ее продали за 180 тысяч. Продали мастеру, механику, который где-то, может быть, ей будет лучше. Угу. Мы приехали с отпуска, сразу же выставили ее на Авито. И буквально через пару дней ее уже забрали. Вот так вот. Так что я буду скучать очень по ней. Еще рано прощаться. Ну да, мы не сегодня ее будем отдавать. Мы будем отдавать через пару дней. Вот, и сейчас мы поедем за нашей новой машиной. Так что посмотрим, что у нас теперь будет за машина. Да, Рушан? Да. Пойдем до банкомата сначала. Как до банкомата?
Я уже садиться обижаю. А что, мы не поедем до банкомата? Ну, сейчас мы будем заезжать, потом еще это. Давай мы не будем лениться. Ты сегодня сколько шагов прошла? Шагомер где у тебя? Ну, я вообще-то я болею. У меня это как-то зубы болят. Ну, ничего страшного. Просто мокро так. Ну, хорошо, пойдем. Все, мы идем. Опять опасные дороги. На каменный передать. Заехали в какой-то лес. Зимой тут подниматься на эту гору — это полный экстрим вообще. Не дай бог, он мне даже говорил, как надо ближе. Сам он говорит, на серии, в середине дороги не остановиться. Вот уже подъезжаем к нашей машине. У нас на машине не работает ручник. Вот мы ищем булыжники, чтобы немножко хотя бы поддержать машину, чтобы она не укатилась. А то здесь такая горка. Рушан под колеса поставит. Все, пойдем. А вот наша машинка. Тут главное темно. Очень темно, не видно ее. Не видно. Все, идем. Ты крыл. Это так, отца мальчик с хвостиком. Классно. Баллоник это сам. Это без меня. Ой, давай. Да, баллоник припорт идет. Так, включи. Провожай, Вадис. Давай. Бери. Форсунки надо будет снять, турбину отправить на этот. По рекомендации, я тебе говорю, 1020, тут не полениться, дешевле будет. Привет, такой клевый. Клевый такой, с хвостиком. Хоть с хвостиком. Ну, заехать посмотрим. А ты когда приедешь, скажи? Как она есть? Я не приезжаю. Пригнали машину уже ближе к нашему дому. Паркуем ее. Она такая длинная. Нам непривычно. Да, Рушан? Балка-то она, где она? Балка-то вот и находится. Не, я вообще говорю, как бы она нормально. Мы просто сейчас ехали, смотрели, балка так вообще низко. Херня. Стопы не горят, что ли? А? Один стопы правый. Один правый надо поменять. Не горит здесь. Ты стоп нажимаешь, вот смотри. Ну, нажми сейчас, смотри. Угу. С той стороны не работает. Справа не работает. Они очень легко меняются. Кстати, когда они перегорают, check energy на панели загорается, прикинь. Когда лампочки перегорают. Когда второй сгорит, загорится check. Вот так раз, она отдельно снимается, это остается. Или он разрезал? Нет, вот же он. Я просто снимал, у меня не было. Смотри. Ты ошибаешься, конечно. Так тепло идет снизу. Там просто глуховой хлоп тут. Смотри. Ну-ка, не включай, стоит. Что? Блин, а пока ты бегаешь эти штуки? Ничего, на сезон закатать тут свободно. Этот баллонник где лежит? Да, сейчас. Ой, ну, все правильно, теперь рюкзак не оставляй. А, ну посмотри, сейчас я выключу свет, выключится в багажнике. Я посмотрю. В кузове. Ага. Горит свет? Горит. Он через салон включает свет. Ой, выключился! Горит, выключился. Читаю книгу Дарью Донцову. О! Рушан! Ты, короче, то складываешь ее, то вытаскиваешь ее. У нас просто такая семейная проблема. Мы ругаемся за PlayStation. Как начинаем ругаться, Рушан с психа ее складывает.
Вот теперь он... Сколько прошло, Рушан, как ты не игрался? Неделька уже есть? Угу. Неделька прошла, успокоились. Теперь Рушан ее вытаскивает. Так, где-то месяца на три, да, Рушан? Вместо через три опять начнем ругаться из-за PlayStation. А? Нет, не будем, да? Времени. Ну, классно. Время уже пол первого ночи. Рушан собрался в PlayStation играть. А то, что мы завтра на работу едем? Мы сейчас едем. А это ты сейчас все уберешь отсюда? В какую будешь игру играть? На прохождение?